Отказаться от идеи независимости призвал Каталонию король Испании в своем традиционном рождественском обращении и попросил новоизбранных каталонских парламентариев уважать разные мнения, которые существуют в регионе. Выборы там прошли на прошлой неделе, и большинство в законодательном органе получили как раз сторонники отделения автономии. Вспомнил монарх и о террористической угрозе, подчеркнул, только демократическое единство может победить терроризм. Нужно уважать многообразие мнений и ответственно подходить к обеспечению всеобщего благополучия. Этот путь не может привести к конфронтации и расколу, что, как мы уже знаем, порождает лишь раздор, неуверенность, разочарование, а также моральное и гражданское истощение страны.